лицушки с мастерами продолжаются. Да. Играем против мастера Фиде из Испании. Да, Кирилл, пару партий проиграем, и это. И другого соперника будем искать. Что это за вариант косы? Да, сам не знаю, но у него хорошо получается. Здесь комбо 4, я могу поменяться, а могу не меняться. Мы не будем менять фигуру. Нет, мы будем. И c3. Да. Тут может быть, не знаю, я раньше какой-то по-другому играл, может есть смысл b4 войти. Может есть смысл 2-0 пойти? 2-0 c5 будет, он получит то, что хочет. А мы будем мешать того, что он хочет. Так тогда надо b4 играть, если мешать. Можно ладья c1 сыграть. И на c5. И на c5, слон b1. Не-не. Лучше уж заморачиваться, тогда уже на полминуты отстали. Нужна игра какая-то, а я ее не вижу. В общем, противный вариант, надо будет посмотреть с компьютером, что тут сделать. Вообще, я думал, что он в 2 уйдет, и мы пожертвуем наш 7. Отличный план. Практически всегда не работает. Коня нужно вести на f6. Сам не знаю, зачем я так пошел. F4 все равно бессмысленно против такой структуры. На b2 зависло. Ничего страшного. Не, ну похуже у белых чуть-чуть, но в целом особой беды нет. Может быть, коня куда-то переборочить? Да, но он дальше не идет просто. Он меняет белополов, это грамотно. Другое дело, что у нас чернопола нет. Это в нашу пользу. У него нет вот этой простой игры против плохой фигуры. Ну ладно, f4 поставили. А для чего? Сам не знаю. Пространство больше. Может какой-то момент там уже 4. Ладья f3 может быть. Ладья f3, ладья h3 не проходит. И что будет, когда он там сам встанет? Ну не знаю, ладья на h6 куда-то. А, ну это очень... Очень так... Не знаю даже, как назвать. Ну как-то играть нужно. Ну, как-то с обороны надо играть, чтобы просто не пробили, мне кажется. Предложение. Давай ладья f3, ладно, вдруг дадут мат поставить. Хотя, конечно, ладья... А, ну. О, это последователь моей школы. Неприятен размен. Даже мне не хочется соглашаться в данной позиции. Да. Ладья h3, f5. Да, блестяще. Самое главное, так незаметно, чтобы... Все, ладья h3. Хорошо. Вот сейчас, дорогие друзья, вы увидите, что происходит, если вы играете против мастеров, как Кирилл Широков. Ну вот видишь, у нас теперь конь на d4. Да, ну это он, по-моему, вообще что-то не то сделал. Может, в том, что ты говоришь, есть доля истины, что надо напрягать как-то. Ферзь f2. F5 еще какой-то ход есть. Ферзь f2 тоже имеет смысл. Ферзь f2 он поставит h6 там во всех позициях. Давай ладья f1 пока подкатим. Давай, давай. Все-таки хоч... неважная пешка, да? Ну, нет, он ее не будет. Я думал, что он ее не будет брать, но сейчас мы пытаемся наказать за это. Ну, е6. Ладно, взяли пока тут. Коня h6 хочу, она тут бьет. Шах. У нас 25 секунд, к сожалению. Ну, мы можем вечный шах уже точно дать, наверное. Отлично. Бить, к сожалению, ладью нельзя на f5. Ну я ищу победу, но просто времени маловато для победы. Хотя она должна быть здесь позиция. 10 секунд у нас, и, видимо, придется вечный шаг давать. Так, а такого простого вечного шага нет. Ну как-то нужно. Ладно, бьем, бьем, бьем. Бьем тут. Шах. 7 секунд, ребята. Ну да, вот тут могла быть какая-то победа, но не с таким временем, конечно. Ладью нужно с темпом подключить. Да, но нету подключения с темпом. Так какая. Он хочет нам снести флаг. И он, кстати, довольно, может быть, успешно это делает. Да, не стоило так долго искать выигрыш. 6 секунд это очень мало. И на позиции выиграна, да, тут, конечно, с таким временем. Сейчас король e8, я не успею просто, хотя. Так, ладно, и. Взял. Ну, тебе снесут, наверное, да? Не знаю. Итак, пошел примув.
Да, ну тут особо нечего комментировать. Пешки идут ферзи. Идут очень сильно. Но остается целых 2 секунды, и пока непонятно, чем закончится партия. Печально. Ай-яй-яй, как больно. Победа. Да уж, это не слегка нервно было. Нервная победа, ребята. Всем да. Спасибо за внимание.